Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда ж без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео у нас с вами речь пойдет о мужском косметическом бренде Forks Man Care. И если вас интересует данная тема, интересно, что же у меня тут такие за продукты находятся по соседству, то обязательно оставайтесь со мной. Сразу хочу сказать, что Forks Man Care – это косметический бренд, который относится с заботой к мужской коже лица, тела и волосам. Тут на самом деле продумано все, начиная от скольжения, если мы рассматриваем именно бритье, начиная от скольжения, заканчивая увлажненной и нераздраженной кожей, и также с невероятно классными, бодрящими, освежающими, вот именно парфюмерными мужскими отдушками. Ну и давайте обо всем по порядку. Как видите, тут у меня представлен гель для душа и шампунь два в одном, пена для бритья, антиперспиранты, лосьон после бритья, бальзам после бритья и также крем для бритья. Давайте начнем именно с геля для душа и шампуня 2 в одном. Он у нас представлен вот в таком вот красивом флаконе, темно-синий цвет, лаконично смотрится. Шампунь Forks Man Care, шампунь и гель для душа 2 в одном, называется Cool Power Man. На самом деле для мужчин очень важно, чтобы у них не было 100-500 флакончиков, а именно чтобы был один продукт, который подходил абсолютно для всего и закрывал ежедневные потребности для тела и волос. Тут у нас собрано именно то, что я вам сказала ранее. Шампунь и гель для душа 2 в 1 Forks Man Care Cool Power обладает невероятно приятной освежающей, бодрящей отдушкой, при этом с заботой относится к коже тела, то есть кожу он не пересушивает, этот гель для душа, а для волос он служит отличным, очищающим и себорегулирующим продуктом, то есть когда ваш мужчина, ну, в моем случае мой мужчина и ваш в том числе, будет использовать данный продукт от бренда Forks Man Care, он забудет, что такое перхоть, это во-первых. Во-вторых, он увидит, насколько его волосы будут приятные тактильно, то есть увлажнены, напитаны. При этом вот этот вот эффект свежести, который будет сопровождать вашего мужчину в течение всего дня. Шампунь обладает на самом деле гелевой текстурой, он экономично расходуется, сейчас я вам даже покажу, он экономично расходуется и хватит его надолго. Вот такой он по консистенции, сейчас, о, видите, то есть это такой вот гель, как же он приятно пахнет, вы не представляете, подойдет абсолютно для любого возраста, то есть это такой вот универсальный продукт, который должен быть у каждого мужчины, потому что, опять же повторюсь, он объединяет два в одном, это и шампунь, и гель для душа, и при этом он хорошо закрывает ежедневные потребности наших мужчин, то есть это очищение кожи, головы, волос и также очищение тела. С уверенностью могу порекомендовать его попробовать, вы останетесь довольны. Далее, что я вам хочу показать, это у нас пена для бритья Forks Man Care, она у нас не содержит спирта, Hydra Energy, пена для бритья увлажняющая. На самом деле тут у нас с вами увлажняющий и смягчающий эффект. Эта пена для бритья обладает очень плотной текстурой, то есть одного нажатия хватит для того, чтобы ваш мужчина провел процедуру бритья. И что самое важное, в составе входят именно увлажняющие компоненты, которые максимально облегчают скольжение, и когда ваш мужчина побрился с помощью этой пены, вы абсолютно не увидите у него раздражения на коже.
То есть этот продукт совмещает в себе не только максимальный комфорт при бритье, но и также уход после бритья. Это на самом деле очень классный продукт, который я также могу порекомендовать. Он реально совместил в себе действительно две функции, которые необходимы для мужчин на каждодневной основе, для того, чтобы бритье приносило реально удовольствие и не было раздражения. Так что, девчонки, мальчишки, очень советую. Дальше у нас с вами идет крем для бритья. Если вы не любите или ваш мужчина не любит именно текстуру пены для бритья, то в бренде Forks Man Care есть другой продукт, который вам тоже придется по душе. Это у нас с вами крем для бритья для чувствительной кожи. Он у нас идет вот в такой вот коробочке, и тюбик у нас выглядит вот таким образом. Этот продукт правильно называется Forks Man Care, крем для бритья Sensitive Skin для чувствительной кожи, успокаивающий и увлажняющий эффект. Кстати говоря, что я хочу подчеркнуть, это то, что в бренде Forks Man Care, особенно в лосьонах для чувствительной кожи, я имею в виду после бритья, в бальзамах после бритья, в креме для бритья и также в пене для бритья, хорошие составы. То есть там у нас есть экстракты алоэ вера и другие смягчающие и увлажняющие компоненты. Я вам уже сказала об этом не раз, но еще раз повторюсь. Итак, это у нас с вами крем. Как вы поняли по названию данного продукта, он обладает именно кремовой текстурой. Приходит он фольгированный, и текстура сама по себе выглядит вот таким вот образом. Она очень плотная, приятная, и при распределении она дает именно такой вот, как вам правильно сказать, такой вот приятный слой на коже. И потом, когда вы начинаете, сейчас покажу, вот видите, какой слой? Сейчас еще раз, вот, видно. Вот такой вот слой на коже. И когда ваш мужчина начинает бриться, использовать бритву после нанесения этого крема для бритья, он почувствует разницу. Во-первых, это скольжение, максимально комфортное скольжение бритвы по коже. Это раз. Во-вторых, это максимальное увлажнение. После использования этого крема для бритья не будет никакого чувства стянутости, сухости, раздражения уж тем более. Благодаря тому, что, как я вам сказала ранее, в составе идут увлажняющие, смягчающие компоненты, алоэ вера и так далее. В общем, видите? Вы наносите, побрились, смыли водой, и остается увлажненная, гладкая, приятная кожа. Даже вот он впитался, этот крем, так вам показать. И создается максимально комфортное и приятное ощущение. Вот сейчас я его пойду смою и покажу вам кожу. А вот теперь смотрите для сравнения. Здесь кожа увлажнена, как будто я нанесла увлажняющий крем, хотя я этого не делала. И она такая тактильно приятная, гладкая. А здесь она на другой руке, где я ничего не наносила, такая слегка суховатая и немножечко шершавенькая. Но у меня руки сухие, поэтому тут прям вот разница очевидна. Также рекомендую попробовать от души действительно стоящий продукт. Итак, далее, что мы с вами посмотрим и о чем я вам расскажу. Это у нас Forks Man Care Sensitive Man Антиперспирант. Без раздражения, без запаха пота 48 часов. Не могу не отметить лаконичный дизайн. Мне очень нравится, когда используется именно черно-бело-серый цвет в оформлении продукта косметического. И я уверена, что ваш мужчина также оценит дизайн. Это первое, на что бы я хотела обратить внимание. Отдушка. Здесь она вот именно такая, какая должна, чтобы не перебивать запах парфюма и при этом не раздражать нос. То есть есть такие дезодоранты, которые ты наносишь, и они
очень-очень бьют в нос. Здесь нет, здесь правильная, грамотная, парфюмерная композиция, ее именно в дозировке столько, сколько нужно. Ваш мужчина, когда воспользуется этим антиперспирантом, он не будет чувствовать себя некомфортно из-за надоедливой отдушки. Вот что я хотела сказать. По поводу свойств. Этот дезодорант очень хорошо наносится благодаря своему шариковому аппликатору. Он хорошо, равномерно наносится в области подмышек. При этом он защищает действительно от запаха пота на 48 часов и не оставляет белых следов на одежде, и также желтых следов не наблюдалось. Так что также могу посоветовать действительно стоящий продукт, на который реально стоит обратить внимание. Дальше у нас с вами, я уже заикнулась о лосьонах после бритья и бальзамах после бритья. Также в бренде Forks Man Care есть именно эти продукты. Давайте начнем с именно лосьона после бритья освежающего. Называется правильно Forks Man Care Cool Power. Лосьон выглядит вот таким образом. Он максимально стилево выглядит на полках. Не могу не отметить, посмотрите, дизайн какой лаконичный. Вот даже если поставить вот так продукты в ряд, они действительно смотрятся очень красиво. А я такой человек, который всегда обращает внимание на дизайн упаковок. И для меня это действительно важно, когда на полках красиво смотрится мужская косметика. Я уверена, что для вашего мужчины это тоже будет для его глаз очень-очень приятно наблюдать такие красивые лаконичные флаконы без излишеств. Что по поводу этого лосьона? Лосьон спиртовой, и он обладает антибактериальным действием. Антибактериальным, почему я это говорю? Потому что когда мужчина воспользовался бритвой, то есть побрился, ему нужно освежить кожу, и при этом, чтобы не вызвать какого-то дополнительного дискомфорта, многие из мужчин используют именно спиртовые лосьоны. А найти хороший спиртовой лосьон, который не будет вызывать раздражение, не будет именно вызывать чувство стянутости, и при этом с хорошим составом, то это очень на самом деле сложно. И именно Forks Man Care позаботился об этом и выпустил вот такой вот классный лосьон. Он у нас также с парфюмерной отдушкой. Она такая, знаете, освежающая, бодрящая. Мужская, ну, знаете, действительно пахнет мужчиной. Так, по поводу консистенции и самого лосьона. Выглядит он вот так, то есть вот. При распределении он очень быстро распределяется, и несмотря на то, что он спиртовой, он не сушит кожу. Какой же приятный, еле уловимый аромат. Очень рекомендую. На самом деле, действительно, стоящий продукт, который должен быть у каждого мужчины. Для его комфорта, и чтобы не было ни раздражения, ни чувства стянутости и так далее. Вот этот именно продукт объединяет в себе все эти свойства, но при этом он спиртовой. Дальше у нас с вами последний продукт, с которым я хочу вас познакомить. Это Forks Man Care для чувствительной кожи, бальзам после бритья успокаивающий. Успокаивает и восстанавливает. На самом деле он выглядит немножечко по-другому, и он не спиртовой, в отличие от предыдущего. Он разработан именно для чувствительной кожи у мужчин. Видите, какой дизайн красивый. На самом деле он обладает всеми функциями бальзама после бритья, но при этом в его составе есть депантенол, алоэ вера. С помощью этих именно составляющих ваша кожа вашего мужчины, будет мягкая, приятная, гладкая, и он действительно забудет, что такое раздражение после бритья или какой-то дискомфорт. Выглядит он вот таким вот образом, флакон. Также лаконичный дизайн и вот такая консистенция. Сейчас вам покажу. Консистенция приятная, кремово-гелевая, на водной основе он, то есть он не плотный,
не будет ощущаться маской. Вот видите, при распределении. Сначала он белый, а потом он в прозрачную такую водичку превращается. Он не будет ощущаться ни пленкой, ни маской на коже вашего мужчины. Обладает также еле уловимой парфюмерной отдушкой, которая не бьет в нос, но при этом ощущается очень-очень приятно. Вот здесь действительно так, такие вот парфюмерные ноты, которые в комбинации дают что-то такое вот свежее, бодрящее, ненавязчивое, максимально комфортное для обоняния. Вот, видите, распределила, и посмотрите, какая увлажненная кожа. На руках, на ладонях, видите? То есть я не чувствую ни сухость, ничего, абсолютно максимальный комфорт. А у меня руки на минуточку очень-очень сухие сейчас. И если бы я не увидела увлажнение, то вы бы тоже этого не увидели. Так что от души вам рекомендую, вашим мужчинам, познакомиться с брендом Forks Man Care. На самом деле это уходовые средства, которые должны быть в уходе за лицом и телом, волосами у каждого мужчины. Все ссылки я вам оставлю в описании. Обязательно заказывайте, знакомьтесь. Это очень крутой продукт. И крутые продукты, вообще крутой бренд по доступным ценам. Ссылку, опять же, повторюсь, все ссылки я вам оставлю в описании. И помните, что Forks – это территория мужчин. Ну и на этом мое видео подошло к своему логическому завершению. Огромное вам спасибо за просмотр и за внимание. И если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики и смотреть их первыми. Ну и все. До скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока.